Заныло тело, захотелось мне массажа. Я, как обычно, массажиста заказал. Открывши дверь, я просто был обескуражен. Впервые в жизни не поверил я глазам. Она в подробности нисколько не вникая мне предложила для массажа лечь в постель. Мне предложила для массажа лечь в постель. Чуть-чуть смущаясь, я разделся, как обычно, и лег под руки необычные ее. Мне было очень хорошо и непривычно. Мне стало легче, будто выпил мумиё.